поверни его вниз. Короче, у нас проблема техническая сейчас. Блин, не могу так. Видно? Да, видно. О, 3 километра. Я не знаю, он где-то... Картинка пропала. Все за... Короче, зашипело, замерцало. Почему-то потребление 0,4 ампера. Хотя я не разармливал его. И... Что тут еще у нас? Связь нормальная. Высота 2,6. Координаты не меняются. Странно. Будем надеяться на лучшее. Может, в машину сядем, он багажник-то экспедиционный не проломит. Не бойся. Хотя меня смущает то, что координаты не меняются. 14,6 вольта. Он, по-моему, просто падает. Ты видео видишь? Нет? Видео есть? Нет, оно мерцает. Знаешь, когда синхронизации нету? Прям я успеваю что-то там. Дистанция. 1,7. Дистанция 1 метр. Как так? Нет. Я отъеду. Не, поснимай. Подожди. Отъезжать не надо? Не надо. Минус один. Он что, упал что ли? Да. Он упал недалеко от нас. Нормально. Ну и что? Мне кажется, там он. Координаты есть. Сейчас есть? Пойдем. Кто-нибудь видел, как падает квадрокоптер? Спросите у него. Подожди. Ну чё? Вот он, да. Я сразу говорил, что надо на опору идти. Я думал, дырка побольше будет. Фух. Всё? Да. Вон, все, нет, основное, все целое. Вон кусочек в области. Одна целая даже. Че, пошли отсюда нахуй. Самое где-то.